Ну что, друзья, лето пришло окончательно. Давненько я столько народу на пляже не видел. А может быть, я не так часто приходил-то на море. По пляжу пройти уже тяжело. Хорошо, что тропиночки есть у нас. Смотрите, сколько народу. Голуби такие тусуются на крыше. Над зонтиком, я имею в виду, на крыше. Температурка классная, тепло, хорошо. Раки красные, прекрасные. Народа полным-полно. Пришел только что вот парашютный катер. А вон там он дальше летает, желтый смайлик. Там далеко. Мопс какой-то. Народа полно. Ну ладно. Я думаю, эта маленькая прогулочка непосредственно по пляжу заканчивается. Мы перейдем с вами сейчас непосредственно на набережную. Тут слишком много людей, еще и жарко. Пойдемте. Хотя на набережной тоже немало людей, несмотря на то, что денек такой жаркий. Надо быть больше на море. Ну, так вышел такой фрагмент, когда людей нету вообще, все дальше там. Я обязательно померю температурку. Правда, не знаю, какой выйдет ролик раньше, этот либо температурный. Караоке-бокс, там убрали один, а здесь стоит. На втором уровне, видите, зона отдыха, тоже можно полежать, отдохнуть. Людей полно. Винокур, как всегда, приезжает 15 числа. Белые клоуны. Красные. Какой-то артист забытый давно из питерский. Алексей? Да, я с утра был Алексей. А сейчас? Ну, я думаю, остался также Алексей. Мы смотрим ваш блог. Ну, передавайте тогда привет. Вы снимаете? Вот я сейчас снимаю прям блог. Откуда? Что? Где? Как? Из Майкопа. Тут почти местные практически. Что? Практически местные, я говорю, практически. А, да. Вот так вот. Вот я сейчас иду на дневной гулять. Хорошо. По набережной. Мы идем с зрителями купаться. Ну, это правильно. Удачи вам. Ну, давайте. Спасибо. Счастливо. Пожалуйста. Вот. Так что, ребята из Майкопа уже здесь. Подтягивайтесь, скоро и ковбои приедут. У Ольги, как всегда, напряженка. Она у нас вся в делах. Не будем ей мешать сегодня. Будет что новенькое, она нам обязательно расскажет. Она нам всегда рассказывает что-нибудь новенькое. Цветочки, красота, все чистенько. Набережную намывают каждый день. Вот вообще в прямом смысле этого слова. Вот эту всю часть. Все эти кафешки, фавориты, прибои. Ребята моют с мойками. С керхером, с пеной, совсем. Я уже слышу голос Владимира. Это значит, что водный аттракцион «Синий кит» скоро отправится, если не отправился еще. Ну и парашютики там тоже есть. Цену я вам показывал, имейте в виду. Все есть. Кафе «Прибой». И такой есть, и такой есть чай. Кафе «Фаворит». Видите, даже сейчас влажный пол, все чистенько, молодцы, вот они всегда следят. Мы заканчиваем набережную в районе пляжа Лазаревский 2. Сейчас зайдем, конечно же, на причал. А давайте зайдем на причал хитрым маневром через кафе «Прибой». А, теперь мы знаем, как называется это кафе, теперь оно причал, так и называется. Катер с парашютом пришел к берегу. Подойдем, парашют нас ждет. Я обязательно сейчас летаю на парашюте, покажу вам все. Суши здесь творится. Да, бананчик, кстати, заходит в море глубже всех, туда, далеко-далеко, прям на 3 километра. Это реально, сам ездил, показывал вам. Приходите, приобретайте билеты, как сказал Владимир. Бананчик 400, в катере 300. Вот еще один красивый катерок выскочил.
Народа полно, мне уже жарко. В пункте проката, видите. Народ тоже собирается. Ну, я как обещал, скачу на причал, а потом пойдем дальше. Большой прогулочный обзор. Ну, не знаю, как я так его назвал. Итак, причал. Сейчас посмотрим. О, музыка капиталистическая. Буду заглушать ее своим криком. Хотя они очень громкие. И тут кроме меня есть кому заглушить. Ребят, ну конкретно, блин, лето пришло. Смотрите. Не, я знаю, сейчас кто-то начнет рассказывать про Турцию. Что там людей нету. Поменьше. Все снимают, все с телефончиком, все фотографируются. Справа, слева. Нормальненько. Ладно, пойдем гулять дальше. Я помню про кафе «Причал». Как-нибудь заскочим. Сейчас хочу сделать один большой такой продолжительный прогулка по пляжам Лазаревским. Лазаревский 1-2. Пункт проката. Не игнорируйте, заходите сюда. Здесь как бы наши друзья. Морская касса. Показывал 300 раз. Цена спрашивает, когда, что. Вот он. Вся информация. Тут рыбалка, я все. Приходите, заказывайте, покупаете билетики и в путь. Мы продолжаем гулять по набережной. Сейчас нагуляю и пойду в русское застолье. Что-нибудь там съем. Магазинчики, коляски. Самокаты, одежда всякая модная, сумочки, хачапури по-аджарски, мой телефон. Часы распознали мою прогулку как тренировку. Ну чё, в прописке бегу действительно. Мы будем возвращаться периодически к морю. Ну периодически. А сейчас идем по набережной. Нет, не наблюдаем ни за кем. Просто идем по набережной. Вот тут я покажу вам. Константина здесь не бывает. У нас важная масленица. Кстати, сейчас покажу вам цены на лежаки. Потому что многие путают. У нас на одном пляже одна цена. Вот эта аренда, мягкая упаковка, 150 рублей. Здесь вот 400 рублей цена шезлонга. На другом одном из пляжей, я же не буду озвучивать, сами знаете, как он, 700 рублей. Где-то есть по 250 рублей шезлонг с зонтиком. Так что ориентируйтесь на местности. Смотрите ролики про пляжи и будете знать, где какие цены. Гамбургеры, бургеры. Народ гуляет. Лед, что ли, так долго? Медийная. Медиапространство. Надо бы, конечно, уделить внимание столовым, как вот, допустим, виноград просили. Я все обещаю. Но сейчас вот тоже не могу, потому что у меня сейчас другая цель. Прогуляться по набережной. Прям туда. Ну, скажу вам, что людей много. Очереди. Меню. Форели-морели. Свиная шея 200 рублей. Пиво. Нашу я не особо не пью пиво, но вот в такую жару прям аж хочется, а нельзя. Пицца, бахрома, Байкал, а бокал игристого, 200 рублей. Вот мой Байкал. Думаю, Байкал откели здесь. Кафе «Ладья», все радует, смотрите, какая красота, там он саксофон нарисованный. Знал бы, как он, Билл Клинтон. Здесь саму кафешку оформили. Прикольненько так. Дальше нас ждут еще всякие шашлычные, кафе «Маяк». И где-то здесь
прям буквально метров 50 левее меня, вон там самое чистое море. Самое чистое, ну, по одной из версий. Пивасик, пивасюля, пивасов. И все по 50 рублей. Роллы, пицца, шашлычные. Я уже привык к запаху шашлыка, порой, знаете, он на меня как-то особо не влияет. Летний период. Это в начале весны. Вот тогда да. Кофе на песке спрашивали как-то. Я уже отвечал, но еще раз покажу. Кафе «Маяк». Все тут. И вино «Кубани», и баварское пиво, и самса, и чебуреки. И даже мягкое мороженое. Не ем я мороженое, а хочется. Ну, сейчас все тут, все отдыхают пока. Инструменты накрыты. Все до вечера отдыхает. Ну, а я уже вижу конечную, так сказать, цель. Причал Гренада. Кстати, кто спрашивал, как пойти от Калараш вплоть до 14 до русского застолья. Вот я, в принципе, прошел весь этот маршрут, потому что от Калараш 14 до моря вы дойдете. А как повернуть здесь в районе причала Гренада, направо вы тоже поймете. Так, эти показывают, просили не показывать их, не буду показывать. Нет их. Справа улица Ушакова, небольшая, непродолжительная, метров, наверное, 300, может быть, 350, перпендикулярно морю. Столовая «Чайка». Счастливые часы не наблюдаю, завтраки с 11. С 7 до 11 скидка 20%. Фрегат. Тоже мясо, грибочки, все, что хотите. Магазинчик «Три неба» красивый справа от нас будет сейчас находиться, всегда я говорю. Вот тут вот. Ну а мы заканчиваем наш ролик здесь, в районе причала Гренада. Дальше я уж не пойду. Жарко. И вообще я пойду сейчас на обед. Специально не ел. Голодал. Кто-то поставил батут здесь. Я не знаю, я бы, наверное, помер здесь прыгать в такую жару. Но, тем не менее, народ прыгает. Бананчик, три места продадим, едем. Парень один, точнее, прыгает. Народа нету. Бананчик скоро отправится. Путешествие. Люди загорают. А вон там он, капитан Грей. Буковку «Р» не убирать. Нормальный капитан. Грей. Бананчики, красные дракончики. Вот все тут здесь есть. Катамараны. Пойду на причальчик зайду. Закончим около Гренады. Заодно Гренаду чуть-чуть посмотрите. Бесплатно. Можете, в принципе, зафиксировать, что весь пляж Лазаревский 1 и Лазаревский 2 мы прошли с вами буквально за 13-14 минут. Вон он, причал остался слева от нас, по левую руку. А мы на причале Гренада. Людей много, погодка отличная. Море классное. Всем пока! Ну, такой вот просто большая прогулка по пляжу Лазаревский 1. Кстати, кафе «Нептун». Нет, кафе «Нептун» надо подойти, наверное, да? Это будет другая история. Всем пока.